Всем привет, дорогие друзья! Вы на втором канале Iron Hut, с вами Лорд Вуд, мы продолжаем прохождение игры «Одни из нас» на PlayStation 4, переработанная обновленная версия. Сегодня 2 августа, день десантника, и давайте представим, что Джоэл — это десантник у нас. Ух ты, что так скользко? 30 лет на льду. Прикольно, и он спасает мир. Постапокалиптический, который уже погиб давным-давно. Но он надеется, что он... Точнее, не он надеется. А правда на нашей стороне. И маленькую девочку надо любой ценой... О, зеркало не отображает нас. Ну, зашибись. Совсем не круто. Спасти маленькую девочку, дать человечеству маленький, пускай, шанс... вернуться к нормальной жизни, победив инфекцию. Вот. Так как мы расправляемся с бандитами, то наверняка наш Джоэл служитель военно-десантных войск в молодости. Причем российских. Сверстачок есть. Сколько тут, слушайте, всякого интересного. Натыкано. Так, верстачок, заглянем. Инструменты второго уровня у нас были, а вот мы сейчас что-нибудь соберем. Чехлы я собрал уже. Охотничья винтовка. Перезарядка. Дробовик вот давайте, что-нибудь лучше. Емкость магазина. Давай. Прицел поставить. Отлично, вот это будет. Скорость перезарядки. Нет, тут скорость перезарядки не важна. Отдачу уменьшить. Так. Это тут, блин, все такое крутое. Тут дальность. Скорость извлечения и дальность. Давай дальность увеличим. Скорострельность увеличим. Скорость извлечения, точнее. Так, это нам еще не открыто ничего. Ну и 7 деталек у нас осталось. То, что надо. Да, отлично. Нам оружие-то сильно-то улучшать смысла нет. Мы все равно в рукопашку сражаемся. За ВДВ! Вот они. Давайте, бандиты, зачищайте тут все. Нет, пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили. Разделяемся, это было опрометчиво, ребята. Иди сюда, братуха. И отдыхай. Что-то шел ты с этим, с пистолетом, а патронов у тебя нет. Вот он, твой дружок. Не палишься? Прячемся тут. Блин, сюда идет. Кирпичик у меня есть. Че ты встал? Иди отсюда. Слышь, чувак, у тебя только два выхода. Бля! А у тебя ни одного уже. Что ты хотел сказать? Я внимательно слушал. Еще один. Так, кирпич. Исключительно кирпич. Блин, какая дверь дурацкая. Еще один.
Еще один. Сколько ж вас тут? С вами партизанскую войну так просто не проведешь. Так, а это куда я иду? Опять же, кухня. Отлично. Рядышком ходят, смотрят друг за дружками. Кирпич. Ну, их тут только двое. Палки. Куда пойдет? Все это промашка. Быстрее, души, быстрее, быстрее. Черномазика. Ложи. Лопаточки. Вита. Сюда идет. Запалит, нет? Главное, чтоб не стрелял. Там уж мы разберемся. Тупомордник. Ё-моё, это кто был? Кто меня засек? Еще где-то? Записочка. Меню точнее. Записочка, говорю. Еще болтаю. Кирпич у меня есть. А где этот еще один? Что-то я не понял. Звук был так, как будто кто-то меня засек. Где этот засекун? Непонятно. Лесенка. Все, лезем наверх. Удачно лежала лесенка прям. Так, так, тут не пройти. Вот здесь я, по-моему, был уже. Тоже ничего полезного нету. К сожалению. Все, залазим наверх. Стойка типа. Ой, куда понес? Ты чё? Залазь давай. Филон. Оба! Давай, удуши, души, души. Дай вылезти. Ух ты, ёлки. Блин. Пистолет, у тебя же кобура была, да чё ж... Зараза. Оп! Фух. Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Ладно, скажем за Джоэла. Спасибо, девочка. Да что ты опять эту лестницу хватаешь? Залазь давай уже. Лезешь? Где ты там делась, обиженная? Пойдем, я пошутил. Тошнит, наверное, давление поднялось, вот тебе и тошнит. Настоящий суровый ВДВшник, он же не может сказать «Спасибо, Элли!» Просто так промолчал.
Лучше побудь здесь. Не вопрос. А я пошел за секретиком. О, сколько тут всего интересного. Сейчас бы пробежали мимо и не забрали это все. О, о Греции. Почитаем. Дикие звезды о Греции. Перевернуть. Читать. Книга о Греции, 6. Даниэла оказалась на арене, где ей предстояло драться с капитаном Райаном. На потеху странникам. Может ли она забыть о своих чувствах капитану ради спасения собственной жизни? Какая история. Алкоголь. Блин, у меня места нету для этого всего. Какая-то покрепче бита, что ли. Одинаковые. Так, соберем что-нибудь. Тут таскаем уже кучу целую силу на свете. Крепежа нету, аптечечку. Все. Больше ничего мы не можем собрать. Ну и все сразу пригодилось. Отлично. Че, Эли, ты меня ждешь? Зовой ДВ! Надо спиртное выпить. Ну, видимо, не в этот раз. Я, конечно, извиняюсь, дорогие зрители, за то, что буду за ВДВ время от времени выкрикивать. Но сегодня праздник. Сегодня, хоть и, как говорится, выходной, но мы играем в Last of Us. Я надеюсь, вы за это поставите лайк. Жирный палец вверх. Отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало. Че, устал нянчиться, да, Джоэл? Ну, день у тебя такой тяжелый. Бандюки эти еще ненавистные. Тряпочки. Так, в сортире лазим. О, не зря в сортир ходили. Медальон цикад. Не все одинаковые. Чё их читать? Вначале один посмотрели, да и хватит. Так. О, тут завалено чуток. Баррикадировались они тут. Полностью заряжены, да? Не такие патроны. Книжку найдем, если улучшение 4 уровня, там 3-го. Сможем себе прицел сделать на ружьишко. Вот тогда будет кайфово. Ну тут не пройдем явно. Идем дальше. О, листочек. Холодное оружие улучшено. Модификация выдерживает на один удар больше. Да хорошо, слушайте. Справочник по холодному оружию, том 1. Повышение надежности холодного оружия. Узлы. Правильный выбор и техника плетения узлов имеют огромное значение при закреплении ударной части на рукояти. Для настоящих ВДВшников. Переворачивай. Приемы самозащиты в ближнем бою. Брусли. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну, как-то даже сервировано до сих пор осталось. Вот что значит дорогущий ресторан, да? Даже спустя десятилетия остается сервировка на столе. Как новая. Ух ты, зацени. Да уж что там говорить. Чтоб я так жил. Так, ну все, больше ничего тут нету. Бумажничек кто забыл, не? Плато какое-то разыгрывали. Похоже, та дверь ведет наружу. Ты не видишь пути наверх?
Не-а. Пианино. Может, с этой штуки можно залезть? Ты, ты еще и музыкант. Ну давай, бери. А, толкать-то только. Взяли. Черт, тяжеленная штуковина. Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли. Ну, жми. Да. Я жму. Сильнее. Так лучше? Намного. Пошли. Больше ничего нет. Ну давай, залазь. Чё ты? Музыкант. Запрыгивай. Наконец-то. Все, идем. Открытый мир, жди меня. Ловкая девчонка, прям так раз, раз и залезла. Так, может здесь что есть интересное? А есть что-то интересное. Классно. Без спиртного остался ты, Джоэл. Стена. Нежданчик. Сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо. У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Скидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Uh-huh. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза. Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Ну не засранец, а? Если уж ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Трупы! Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Черт! Боссу доложил? Да. Он сказал оставаться на местах, следить за воротами. Все слышали приказ. Прочешите район, никого не пропускать. Охренеть, 76 человек я. Вот это я отпраздновал, праздник ВДВ называется. Что-то он напутал. Ты про убитых? Как могли туристы перебить целый отряд? А если это правда,
Вдруг военные вернулись. Не говори ерунды. Военным на нас наплевать. Скорее всего, какому-то турью просто повезло. Они от нас не уйдут. Мы их найдем. Хорошо бы. Сейчас вот прям даже не знаю, то ли мне как с оружием пробежаться тут всех поперестрелять, то ли тихонечко всех задушить. Даже вот не знаю. Теряюсь теперь. Если я начну их стрелять, они все посбегутся. Задушить не смогу. А если буду тихонечко душить, вроде как всем хорошо. За ВДВ, как говорится. Так, ништяк. Йо, кто это был? Вот он. По лесенке ходит. Не пройти. Шел наверх. Да ошибись, все. Не удалось потихонечку. Ух ты. Блин, Элли, ты что-то палишься сильно. Все. Не получилось в рукопашку. Так расстроился жестоко. Прям совсем расстроился. Где еще? Сейчас вот я буду их бить. На тебе! В шапочке думаешь, все можно? Иди сюда. Ух ты, классно стреляешь как, а? Бутылочка, кирпичик лучший. Или они идут к тебе, я тебе им не дам к тебе прийти. Иди сюда. О, черт! Кирпич. Идите сюда. Ребятки, поиграем в салочки. Догони меня, кирпич. Так, ну где вы все делись? Не хотите в догони меня кирпич играть, что ли, ребята? Тебя кирпич догнал, ты проиграл. Ух ты, елки, ты откуда взялся? Иди сюда. На тебе. За ВДВ! Вот так вот. Так, что тут лежало? Все, спускайтесь. Все, что ли? Спускайтесь. Теперь он с ней на вы.
Ну как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Он на предохранителе. Умеешь снимать с предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно. Сиоли, красавица. Красавчик, Элли. Так, это что? Ого, 25 деталей. Вы что, издеваетесь? Такой сюрприз. Так, нам надо за забор пройти. Случайно нету дырки в земле? Тут пикник. Крыс жарили. Называется, они не умрут от голодного. От голода. Так, ну что, надо искать обходной путь? Я так понимаю. Сейчас в магазинчики заглянем, что может. Надымаем хорошее. Так, бита. Биту на биту сменял. Ты медикаментики. Комп стоит даже, нифига себе. Ну, вроде бы все. Что, есть предложение, куда идти? Вот сюда, видимо. Может быть и нет. Лифт-то не работает. Детальки. Отлично. О! Устрашающая тема. Печально выглядит. Ёшкин кот. Так жестоко. Солдаты в Бостоне делают примерно то же самое. Пожалуй. Так, что делать-то? Я прям в растерянности. Залез. Чунгачкука поиграть не хочешь? Дима не очень. О, нашел куда идти. Ага. Все, что ли? Быстро я пришел. Так. Ну, тут я уже был. Печально все это как-то. Сахар. Так, куда же идти-то? Дай подсказку хоть какую-то. О, ящичек. Перевернутый.
Нет, тебя толкать не смогу. Блин, я заблудился, ребята. Обидно-то как. Записка о цикадах. Читаем. Цикады нам больше не нужны. Может, они и развязали войну, но главную работу сделали мы. Это наша кровь пролилась на улицах. Я не собираюсь освобождать другие города, пусть они сами борются за свою свободу. Я точно не стану выполнять приказы какого-то командира с другого конца страны, если до того, как закончится бой, мы от них избавимся. Это наш город, наш народ, и чужие вожаки нам не указ. То есть тебя выпало, что ли? Который вожаков не любит. С другой стороны, этого пытали, похоже. А тут прям у них вообще... Под трибунал их, короче, сдал кто-то. Так. Совет. Вовремя совет, конечно, пришел прям. Да. Давай, поднимай. Давай, действуй, Элли. Ага. Ну же. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Ой. Хорошо придумано. Да вообще ништяк. А ты или оружие зажжал в самом начале? Так. Ну все. Вперед к мосту. Назад помоги не можешь открыть. Забрать? О. Раз она дается вытаскивать, значит не зря это дано. А тут мы не пройдем же, правильно? Что тут мы можем? Подобрать какую-то фигню, которая нам ничего не даст собрать. У нас аптечек полным-полно. Что-то мы вообще ничем не пользуемся. Рукопашку их чисто убиваем. Заводовая! Так вот. Верстачок. Посмотрим, что тут. Прицел хочу собрать. Я не смогу сейчас собрать. Так. Дальность. Скорость перезарядки. Скорость перезарядки. Скорость перезарядки. Так, все, детальки закончились. Вот, отлично. Шикарно. Таблеточки. Так, и что дальше? Пригнись, пригнись. Что нам делать? Ничего. Непростые деньги, а? Хоть что? Черт, еды нет, ботинки старье. Ничего приличного. Но... Пошли. Что ж. Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Боже. Да, боже, тут не поможет. Ладно. А убивая бандитов, совсем совесть не будет мучить. Чем жестче это делать, тем лучше. Так, сюда. Найти двух погарных пикапов.
Лучше бы в том пикапе были солдаты. Как они умудрились перебить целый отряд? Прикрой! Ну-ка, стоять, иди сюда. Где ты? Нифига ты! Ты как его убила? Я что-то не понял. Зашибись. Элли круче тебя. Элли настоящий ВДВшник. Записка о решающем ударе. Мы обратили их в бегство. Они отступили на Либерти-авеню. Сегодня ночью мы нанесем решающий удар. Собирайте всех, кого только можно, и раздавайте оружие. Может встать, может стоять, может сражаться. Кто не с нами, тот будет изгнан. Кто помогает армии, тому смерть. Сегодня ночью мы покончим с тиранией и начнем жить свободно. Так вот, они повстанцами были. Они армейцев, оказывается, тут уничтожали жестоко. Тут пришел веселый Джоэл и убил всех оставшихся. Все, вошли. Заборчик. Да, ту бы тачанку найти, пока на которой пулемет. Сесть в него и поехать дальше. Был бы самый правильный выбор. Но боюсь, не все так просто. Черта нет. А Маркет-стрит? Да, они как раз там. Может, выкурят этих подонков. Только бы эти дурицы выползли на свет. Когда-нибудь вылезут. Кто-то радует. Вот они. Джоэл, на втором этаже еще один, смотри. Да, я вижу. Пригнись. Даже слышу. Палит, а? Где же второй-то? Вперед. Вот она, дверка. Опа, растяжечка. Прикольно. Аккуратненько. Аккуратненько. Пронесло, блин. Вот он. Смотри в окошко, смотри, смотри. Как, какой красивый вид, правда? Блин, сейчас увидел. Видел? Аккуратней. Увидел. На. То что тут делаешь-то, а? Зовы давай! Все. Еще кто-то бежит? Да не, никого тут больше нет. Не должно быть, по крайней мере. Мы вроде не шумели сильно. Оба! Все. Вот оружие у нас целенькое теперь. Еще один. Сейчас мы тебя тоже возьмем. Растяжечка. Аккуратно. Вот он. Блин.
Так, туши. Так, отлично. Иди посмотри на друга. На. Все? Двух ударов хватило. Не круто что-то. Ребята, совсем не круто. Слабенькие вы какие-то. Записка. О внедорожнике. Зачистка города закончена. В отеле пряталась куча уцелевших солдат. А ты думал, что я тут буду? Пальцем, что ли? Всех убивать. На. Где еще один? Не сломить. Что? А. Да. Все? Комиксы эти. Точно. Так, записка. Записка о внедорожнике. Читаем. Зачистка города закончена, в отеле спряталась куча уцелевших солдат. Мы с ними разобрались. Другая группа проверила армейскую базу, точнее то, что от нее осталось. Тяжелая техника разбита полностью. На танке нам покататься не светит. С артиллерией это то же самое. Единственное, что уцелело, это внедорожник Хамби. Мы его полностью починили. Даже турель с пулеметом работает. У него классная броня. Пусть теперь кто-нибудь попробует у нас наехать. Так, вот у них теперь есть броневичок, да? Комнатка. Да, давай, ломай ножик. Сколько тут всего? И комиксы есть. Не комиксы, это травка какая-то. Так, перезаряжайся. Патрончики. Отлично. Дальность слуха. Полезная штука. Все. Тряпочка. Я ножик могу теперь собрать. Точно. Блин, крепеж вообще ценная штука прям такая. Так, нам сюда наверх. Элли, ты сюда, где? Сюда, Элли. Молодец. Залазь. Лезла. Все, движемся. Скоро придем. Да, уже рядышком. Если не убьют, конечно. Ну, не будем пессимистами. Я жила в таком месте, еще в карантинной зоне. Так, осмотримся. Залазь, чтоб лучше осмотреться. Не залезешь. Вон еще. Что, еще солдаты? Везде эти плакаты. Я смотрел это кино до эпидемии. Правда? Он ее прям выпотрошил? Да никого там не потрошили. Кино детское. А зачем ты его смотрел? Не знаю. Не будем отвлекаться. Ладно. Фильм «Сумерки». Так. Как зачем смотрел? Любитель просмотра кинофильмов, наверное, был. Давай свернем в переулок. Опять этот долбанный броневик. Главное, не высовывайся.
катаются там, что ли? Броневички. Через стенку достал. Классно. У тебя 24 тушенки. Из старого военного холодильника. Мы на него с Рейбаном наткнулись в отеле. Добыча пополам. А не протухло? Когда откроешь? А что? Так я тоже хочу. Так, зайдем. Блин, броневичок тут стоит прям. Да ладно, будет тебе тушенка. Только прекрати фигнёй страдать. Ах, чёрт. Надеюсь, она не тухлая. Это консервы. С чего им тухнуть? Ну что ж, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, серия вам понравилась. Мы отпраздновали день ВДВ. Magic people, voodoo people.